И вы на моем канале Свити Свит Мари. И сегодня у нас с вами будет распаковка косметики Colourpop. Я очень долго ждала эту посылку, на самом деле. В этот раз она шла, ну, в связи с новогодними праздниками, довольно-таки долго. Ну, и открыв посылку, мы видим, как в ней много пупырки. Но это хорошо, косметика дойдет целости и сохранности, значит. Но здесь, как всегда, у нас будет с вами открыточка очень миленькая. Да, я их собираю, если вы не знали еще. Вот, у меня их уже, по-моему, 4 или 5 разных видов. Ну, короче, неважно. Дальше это то, что было в посылке, расшифровка. Ну и приступаем к самой косметике. Сейчас я уберу немного пупырку, так чтобы было видно и вам, и удобно мне. И приступим к разбору того, что было внутри, помимо миллионной пупырки. Итак, здесь у нас будет на самом деле очень много всего для глаз, поэтому первое, что покажу, это Glitter Obsession для тела. У меня это в новом оттенке. Он на самом деле ничем не отличается от предыдущих моих глиттеров, просто очень красивый голографик. Дальше это 4 карандаша для губ. Мне не очень понравились, потому что они нюдовые, есть натуральный нюд, есть немного розовый нюд. В общем-то, все будем тестить с вами в отдельных видео обязательно. Ну и, конечно же, мой заказ Colourpop без помады, это не мой заказ, поэтому взяла вот такую вот коллекцию с Диснеем, Prince Charming называется оттенок, это Золушка. Вот, но опять-таки все будет в отдельном видео. Ну и переходим, конечно же, теперь к палеточкам моим любимейшим. Первая палетка That's Taupe называется, ну, как вы понимаете, тауповые будут оттенки, опять-таки в следующих видео у меня все будет и разбор, и свотчи, и обязательно макияжи с этой палеткой. Ну и палетка, которую я очень давно хотела, и наверное, год думала, покупать, не покупать. Это, конечно же, палетка Truly Madly Deeply. Она, по-моему, была раньше в коллаборации с Ulta магазином, ну и потом появилась на официальном сайте Colourpop. Очень ее давно хотела, и опять-таки потестим все чуть позже. Ну и звезда моего заказа — это вот такая большая палетка. Это одна из крайних палеток, Fade Into Hue называется палетка. Это что-то с чем-то. Короче, это радужная классная палетка по супербюджету. Оставайтесь со мной. В следующих роликах мы обязательно все будем с вами тестировать, свочить и смотреть. Ну и, в общем-то, это был весь мой заказ. Больше ничего нету. Так что, друзья, как видите, здесь было у меня всего лишь 3 палеточки теней, помада, 4 карандаша для губ. Ну и, конечно же, блесточки. Без блесточек никуда. Так что, если вам понравилось это видео, вам было интересно смотреть, что я такого заказала, и вы с нетерпением ждете, ждете всех остальных видео с обзорами, разборами и свотчами, то с вас лайк, подписка, не забудьте, колокольчик. Ну и внизу в инфобоксе ссылка на мой ТикТок и Инстаграм. Всех люблю, целую, пока-пока.